Площадка зимнего фестиваля «Путешествие в Рождество» открылась 14 декабря на Ореховом бульваре в районе Зябликова. Организаторы превратили площадку в ретроспективу Рождества XIX века. Там расположили три фестивальных шале, символизирующие разные исторические эпохи. А центром композиции стала большая живая ель, украшенная необычными игрушками. На Ореховом бульваре появились и павильоны, где все посетители смогут приобрести новогодние сувениры, свежую выпечку и связанные вручную вещи. Детям особенно пришлись по душе зоны для подвижных игр, где им помогали освоиться приветливые аниматоры. Приятным нововведением этого года стали уютные рукогрейки, в которых циркулирует теплый воздух. В одном из шале реконструктор в образе офицера времен русско-турецкой войны рассказывает об основных событиях XIX века. Помимо этого, для ребят проводят многочисленные мастер-классы. Здесь мастер-класс проходит по изготовлению открыток модерна и арт-нуво. Вот, этот стиль появился как раз в 1880-х годах и просуществовал лет 20-30 как минимум. Вот, он там имеет многие характерные черты, которые больше нигде не повторялись. Ну, мы для детей рисуем там самые простые, а сейчас как Новый год, они рисуют себе, что им понравится, потому что там елки, украшения новогодние. А самые маленькие горожане могут почувствовать себя великими полководцами, играя в солдатиков. Я прочитала в газете, что здесь открывается площадка, и решила прийти посмотреть. Вот и пришла первый раз, и зашла вот в этот павильон, детская гостиная, и обошла все кругом. В общем, мне понравилось, здорово. Очень понравилось. С карусели не стащишь. Хорошо очень. Детишкам главное. Ну, собственно, из-за детей сюда приходишь. Жители Южного округа ждут многочисленные спектакли, спортивные игры, тематические мастер-классы, чтение сказок и выставки. Перенестись в Рождество можно ежедневно по адресу Ореховый бульвар, владение 24.